14 мая, РИА Новости, Александр Лагунов. Итальянские карабинеры задержали торговца наркотиками, курсировавшего по улицам сицилийского города Бриндизи в футболке с надписью «Пушер», «Пушер», «Наркодилер». Остановленный в минувшую пятницу за рулем автомобиля 33-летний итальянец занервничал и для обычной проверки вел себя слишком беспокойно. Дополнительные подозрения у карабинеров вызвала футболка с провокационной ярко-красной надписью и стойкий запах гашиша, исходящий из салона «Альфа Ромео». В ее багажнике нашлось 350 граммов марихуаны и 130 граммов гашиша, разложенных по пакетам. Также выяснилось, что мужчина даже не имел права садиться за руль, так как у него нет и никогда не было водительского удостоверения. Дома у арестованного нашли электронные весы, используемые для фасовки наркотиков, и готовые к продаже 19 контейнеров с гашишем.